Куда это я беру за две голды, ёханый бабой? Ох, нож! Стоять! Нож! Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня я зашел на аккаунт моего хейтера. Вы просто сейчас будете в шоке, потому что тут нечто нереальное. Ну а перед началом данного ролика хотел бы вам разыграть Kunai Poison. Чтобы получить, тебе надо первое поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, написать любой хороший комментарий плюс 100 ID. И третье, самое главное, посмотри все видео от начала до конца без перемоток. Как обычно, залетаем на G стендов и крутим барабан бонусов. Также по моему промокоду вы получаете еще один бесплатный барабан бонусов. Также добавили бесплатные подарки за пополнение. Пополняешь просто баланс и получаешь подарки. Первые 3 скина вы получаете бесплатно при пополнении в 300 рублей. Также, ребята, есть очень крутые конкурсы на ножи, на голду и так далее в группе ВК. Все нужные ссылочки есть в описании. Также при пополнении вводи мой промокод и получай 35% пополнения обратно. Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня я зашел на аккаунт моего хейтера. Данный человек меня оскорблял, обзывал и так далее. Но я ему сказал то, что я ему сделал небольшой сюрприз, и он сразу же говорит: Кента, пока ты самый лучший, я тебе даю логин и пароль. И вот так вот я оказался на его аккаунте. Ну что ж, дорогие друзья, первое, что я вижу, это ник Кента пока бот. Ребята, что это за ник? Где уважение к Кенту? И этот человек хочет, чтобы я ему сделал подарочек. Давайте посмотрим. За две голды берет. Куда это я беру за две голды, ёханый бабай? Вот это да. И этот человек хочет, чтобы я его прокачал. Мне вот интересно, на что он рассчитывает. Ладно, ребята, давайте будем выше этого и будем реально добрее. Так, ну что же, теперь смотрим ранг. Ранг мастер. Ничего себе. Так получается, это хейтер-киберспортсмен или как? Также, ребята, у него аватарка меня. Возможно, он даже притворяется мной для того, чтобы выставлять фейковые запросы. Кто его знает. И, ребята, честно говоря, меня до сих пор смущает этот ник. Ну, ребят, что за ник-то такой? Ну, давайте хотя бы за 200 голды. То есть, 2 голды сейчас слишком мало. Ну что же, а теперь мы, ребята, переходим в его профиль. Что же я тут вижу? КД 1.16. То есть, я вижу, этот парень играет довольно-таки неплохо. И лучше ранг элиты. То есть, это реально какой-то киберспортсмен-хейтер. Смотрим общую статистику. Тут КД 1.72. И общее время в игре 3000 часов, ребята, вы просто представьте, насколько же это старый аккаунт. По всей видимости, парень день и ночь задротит и сидит в стендофе. Я просто в шоке. Так, ну что же, история матчей. Давайте посмотрим, насколько же хорошо играет данный человек. Просто посмотрим, на каких местах он отыгрывает. Так, первое место, неплохо. А тут-то? Второе место, неплохо. Второе место, не, ребят, это явно киберспортсмен. Я вижу, что парень играет очень хорошо. Он все время отыгрывает в ММе на первое, второе место. За этому, конечно же, респект. Ну что же, а теперь мы переходим в его клан. Клан его называется Rainbows. И он лидер клана. Ничего себе, вот это да. Мое почтение, мое почтение. Так, ребята, давайте посмотрим. Ранг у клана Gold 2, ничего себе. И, кстати, хочу отметить одну странную вещь, то, что у всего клана одинаковые аватарки, кроме него, елки-то палки. Ничего себе, очень странный клан. Ну, а прямо сейчас мы, ребятки, почитаем его личное сообщение, то мало ли там что-то интересное всплывет. Я уже вижу, его кто-то оскорбляет и обвиняет в том, что он кого-то кинул. Братан, надеюсь, это ошибка. Я очень надеюсь, что это ошибка. Надеюсь, что мой хейтер не кидок. Потому что если он еще и кидок, это, конечно, жестко. Так, ну что, давайте посмотрим, что написано тут. Жду приглас, жду приглас. Так, это, по всей видимости, его друг, с которым он играет в ММ. Читаем дальше. Hello, GovDR. Что написано тут? DS есть, спасибо, что в клан принял. Так, 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 так. Так, 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 ребята, а тут, по всей видимости, он просит данные от аккаунта. Опять же, очень подозрительно, зачем ему данный от аккаунт, ребят? Я в шоке, я в шоке, я в шоке. А, он пишет, ему для видео нужен аккаунт. Блин, ну реально стрёмно. Я бы, ребят, аккаунт не давал никому. Разве что, если лично Кента ПК, Илья Филь, пишет вам в ВК или в Дискорде сидит вместе с вами. Только тогда надо давать аккаунт. А в других всех случаях не давайте никогда никому аккаунт. Ну а прямо сейчас мы, ребята, переходим в его инвентарь. И я вам скажу даже больше. Я только что ему перекинул 1000 голды и купил 10 кейсов. Знаете почему? Да потому что я такой человек, что я хорошо ко всем отношусь. Даже если вы мой хейтер, я тоже вас могу прокачать. Но если вы мой подписчик и прямо сейчас подписались на мой канал, то шансы, то что я вас прокачаю, гораздо выше. Ну что же, давайте смотреть его инвентарь. Что же я вижу?
Первое, что вижу, это нож M9 Bayonet Blue Blood. Очень крутой нож. Famous Fury, M4 Samurai. Ну, короче, у него на любое оружие есть хороший скин. Я скажу так, инвентарь довольно-таки неплохой. Плюс-минус, данный инвентарь стоит несколько тысяч голды. Примерно 2-3 тысячи голды. Как по мне, очень даже круто. И если бы у меня было 3к голды, то я бы собрал бы примерно такой же инвентарь. Ну а прямо сейчас мы, ребята, переходим к самому приятному. Я буду прокачивать моего хейтера. Вот я кого только не прокачивал, но хейтера я еще не прокачивал. Но, братан, обязательно подписывайся на мой канал, становись подписчиком, и тогда я прокачаю тебя на еще несколько тысяч голды. Так, ну что же выпадает с первого кейса? М40 Бигл. Так, ребят, начало так себе, а все потому, что я не сделал волшебный буст. Я нажимаю на нож бабочку Легаси. Давай, Легаси, пожалуйста, выпади. Он тогда зайдет и подумает: блин, вот это Кент пока хороший, а я его обзывал. Стану-ка я его подписчиком. Потом, ребята, хэштег полетели. И, братан, если ты меня смотришь, пожалуйста, больше никогда никого не обманывай. Потому что обманывать, ну, нехорошо. Я видел твои личные сообщения, ты там просил у кого-то данные от аккаунта. Братан, завязывай с этим. Так, ну что, ребятки, полетели Фейбл Кейсик. Ахалай, махалай, нож бабочка, пожалуйста, нам давай. Ох, ничего, серий в поплет. Так, ребята, что ж нам выпадает-то? Ох ты ж, блин! Эпик. Это уже хорошо, это уже хотя бы не рарка. То есть первый скин рарка, теперь эпик, дальше легендарка и аркана. Правильно. Так, Rival Case. Ребят, мне вот очень нравится G-команда Floral. Там очень красивая анимация. Я хотел бы, чтобы моему подписчику, хоть он и хейтер, ну реально выпал вот этот нож. Ну, ребята, просто хэштег G-команда, хэштег отвертка и хэштег полетели. Что ж-то нам выпадает-то? Ох ты, блин, сколько ножей пролетает, и нам выпадает P350 ралли. Ну, ребята, мягко говоря, можно и получше. Так, открываю очередной фейбл кейс. Нож бабочка Легаси. Вот если выпадет этот нож, мне кажется, он будет умолять меня, чтобы я, не знаю, снял с ними еще какое-то видео. Блин, ребята, как же это круто. Просто я сейчас постараюсь, просто... Бух! Поехали. Ох, нож! Ох, ребята, это было очень близко. Ребята, а вдруг все это из-за ника? Давайте-ка поменяем ник, потому что, возможно, все из-за ника. Вот, давайте сделаем ник Кента ПК, не бот. Ну, а почему бы нет? А вдруг все дело в этом? Все, Кента ПК не бот. Меняю ник, и что нам выпадает? Ну, отверточка, ну, родненько, ну, же команда, ну, не подведи ты, пожалуйста! Ох ты, блин, легендарка, это уже очень хорошая примета, легендарочка, идеально. Так, ребят, как только я поменял ник, сразу же пошли скины. Так, у нас осталось 4 кейса, давайте фейбл кейс, просто делаю буст на раз нож, на два нож, на три нож, на 4 нож. Погнали, и нам выпадает, ребята, ох, как долго крутится кейс, ох, ничего себе, мы сломали стендов. Что такое, что происходит? Вы посмотрите, как долго открывается кейс. Обалдеть, вот это да. Что-то тут не так. Ну что же, ребята, у нас еще есть 3 попытки. Давай, Rival кейс, ну хотя бы ты не подведи. Ну последние 3 кейса, ну елки-то палки-то. Ну хоть что-то хорошее должно выпасть. Хоть что-то хорошее для хорошего человека. Ох, эпик. Нормально. Ну слушай, ну Desert Eagle тоже нормально. Ребят, учитывая то, что все это бесплатно, я считаю очень даже неплохо. Так, ну что же, открываю фейбл кейсик. Нож бабочка Легаси. Я смотрю на тебя, я понимаю, что этот парень скорее всего кидок, но он исправится. Он больше не будет хейтером, он будет мне ставить лайки. Пожалуйста, нож бабочка Легаси. Ну выпади ты, ради него, не ради меня, мне не надо, ради подписчика. Так, что же ему-то выпадает? А ну-ка, ребята, ох ты, блин. Вот у меня такое ощущение, что нож бабочка не верит ему. Она говорит, типа, не, я не выпаду этому китку, не, он тебя обзывал, кентуха, не, я ему не выпаду. Ну, пожалуйста, ну, отвертка, ну, хотя бы ты. Ну, G-команда Floral, ну, последний кейс, ну, выпадет ради подписчика. Он исправится, если ты выпадешь. Я так надеюсь. Ну, что же, ребята, поехали, последний кейс. И нам выпадает нож! Почти нож. Ну а мораль всей басни такова, будьте подписчиком, и вам будут выпадать ножи, как Мишани с прошлой прокачки. Так что, ребята, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и если хотите попасть в прокачку, жду каждого из вас в моем инстаграме, потому что именно там я набираю людей для прокачки. Все нужные ссылки в описании. Всем удачи и всем пока!